Прежде чем мы перейдем к нашему времени, нам нужно еще несколько слов сказать о церкви в эмиграции. Огромное количество людей эмигрировало из России во время революции. Потом еще продолжалась, может быть, не такая массовая, но миграция практически на протяжении всей истории существования Советского Союза. Когда-то была возможность эмигрировать, когда-то нет. И когда была такая возможность, масса людей Тысячи, миллионы людей выезжали за рубеж. Естественно, многие из них были православными, и поэтому в эмиграции вот в русской зарубежной среде образовались достаточно, образовались достаточно крупные православные церкви. А, причем ну, первая волна эмиграции, крупная волна эмиграции связана с белым движением. Белое движение, оно в том числе и вынуждено в каком-то смысле было движением религиозным, так как большевиков была антиправославная политика, то белое движение во многом себя рассматривало как движение православное. Многие православные люди, многие искренне православные люди присоединялись к этому движению. А после того, как белая армия проиграла, многие из них отправились там в Турцию, в Европу и там продолжали свою жизнь. Так что у них иммиграция была в каком-то смысле такая вынужденная. Более того, помимо вот такой вынужденной иммиграции вместе с белым движением или просто иммиграции, когда люди спасались от ужасов гражданской войны, от ужасов революции, еще и советская власть в первые годы своего существования практиковала высылку людей из советской России. Может быть, самый яркий пример в 1922 году во Францию был отправлен так называемый философский пароход. Когда более полутора сот профессоров философии и богословия посадили на корабль, довезли до Франции, высадили на берег и уплыли. И вот преподаватели, профессора, специалисты в том числе и по православию оказались во Франции и с чем им там было заниматься, они там организовали в Париже святосергиевский богословский институт. И Париж стал на многие годы одним из центров православной мысли. Вообще, мы должны отметить, что несмотря на такое, может быть, в каком-то смысле плачевное, помните, мы с вами говорили, положение православия в целом на территории... Царской России, когда многие люди были неграмотные, когда многие люди были православными, просто потому что вынуждены были быть православными, это не значит, что не было людей понимающих что-то в православии. Я уже говорил, было четыре духовных академии, было множество семинарий. То есть в XIX веке, к началу XX века, сформировался достаточно большой корпус православных ученых, православных богословов, специалистов, причем специалистов часто чрезвычайно высокого уровня. И вот эта вот масса, она совершенно не нужна была в советской России. И вот благодаря таким явлениям, как философский пароход, или вместе с белым движением, или просто по собственной инициативе, многие из них выехали за рубеж. И тем самым за рубежом а во Франции, в некоторых других местах организовались мощные православные школы. А причем а, вы, нам важно понять, что теперь эти люди должны были заниматься православным богословием не в привычной православной среде, не среди все людей, которые и так православные, и у них нет практически никакого выбора, а эти люди вынуждены были заниматься православным богословием в среде, где большая часть населения вовсе не православная, а большая часть населения это протестанты или католики. Ну а во Франции может быть особенно большое количество католиков, и если им нужен был диалог какой-то, с окружающим миром, если им нужно было взаимодействие с, той, о, с тем обществом, с той средой, в которой они находились, то это не могло быть просто привычное провозглашение православной традиции, не могла быть аргументация по принципу, ну так всегда было, так и должно быть, они вынуждены были заниматься апологетикой православного богословия, они вынуждены были отстаивать его, они вынуждены были формулировать его. Здесь недостаточно было только традиция, нужно было изучение, серьезное изучение, нужно было исследование каких-то истоков православного богословия, нужно было воспоминание о наследии, причем наследии не просто русском, а наследии греческом, наследии византийском, наследии древнем, и поэтому вот там во Франции, потом в Америке, в центрах православной мысли возникает некий ренессанс православного богословия. И чрезвычайно бурно и активно развивается православная богословская мысль. Любопытно, что и до сего дня многие люди, которые желают в России получить хорошее православное образование, часто едут учиться в Париж или в Нью-Йорк потому что до сего дня в Париже и в Нью-Йорке, может быть, самые сильные православные богословские школы. Когда я говорю о Париже, то это прежде всего Святосергиевский богословский институт. Если говорить о Нью-Йорке, то это свято владимировское богословская семинария в Нью-Йорке. Вот как раз иммигранты э и создали эти учебные заведения, и эти учебные заведения, они ну, продолжают заниматься православием. Мы пытались осмысливать православие уже не как национальную русскую веру. Им где-то отчасти приходилось отказываться от идеи там, Москвы, Третьего Рима или еще что-то, потому как ситуация очень не похожа была на то, что Москва продолжает оставаться Третьим Римом. И была попытка осмыслить православие не в рамках какой-то имперской структуры, но как вселенскую идею. Была попытка приспособить православие к новой культуре, к новому языку, к новой среде. И во многом это было благодатно для православия и способствовало его развитию. Это что касается православного богословия, что касается повседневной жизни православной церкви за рубежом, то я просто напомню декларацию митрополита Сергия, который обязывал. Зарубежный синод обязывал епископов в зарубежной церкви присягать на верность советской власти. Естественно, немногие согласились, немногие на это пошли, поэтому образовалась, ну и по этой причине, и по некоторым другим, образовалась так называемая русская православная церковь за рубежом, которая канонически не подчинялась Московскому патриархату. Была небольшая церковь в каноническом подчинении московского патриархата, образовались некоторые автономные, автокефальные церкви. То есть в каноническом отношении зарубежное православие было чрезвычайно неоднородным, и в общем-то оно остается неоднородным до сегодня. Правда, в 2007 году был принят акт о каноническом общении между Русской Православной Церковью за рубежом и Московским Патриархатом, поэтому существенная часть зарубежной православной церкви, она теперь входит в Московский Патриархат, но не все из зарубежной церкви согласились, и там было несколько, может быть, не очень больших, но расколов, это несколько церквей, отделившихся от Московского Патриархата, плюс православная церковь, в том числе и русская православная церковь, существует и в качестве других структур. Так что когда мы говорим о православии, то мы не можем ограничиться обсуждением русского православия, даже нам, если нам интересно только то, что происходит в России, мы постоянно вынуждены учитывать богословское влияние, культурное влияние, идеологическое влияние и тех православных кругов, которые находятся сейчас в Америке, во Франции ну и в других западных странах. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com На этом мы заканчиваем обзор истории Православной Церкви. И прежде чем мы перейдем к современности и поговорим о том, что же сегодня представляет из себя Православная Церковь, я просто напомню некоторые основные моменты, о которых мы говорили в течение этого времени. Итак, я напоминаю, что православие не на Руси возникло. Православие — это византийская церковь, византийская вера, которая более-менее сформировалась в первые 500 лет существования христианства, которая к моменту крещения Руси к X веку уже оформилась, уже стабилизировалась и в таком готовом виде пришла на Русь пришла к народу, который только-только получил письменность и письменную культуру, и поэтому на Руси в течение почти тысячи лет не развивалась, но оставалась в фиксированном виде и оставалась скорее в виде традиции, чем глубоко осмысленной веры. Понятно, что эта вера время от времени становилась жизненно важной, жизненно насущной для людей, живущих на Руси, особенно во времена потрясений, таких как монголо-татарское нашествие, смутное время и прочие переживания. Но только к XIX веку создается богословская школа, только в XIX веке создаются структуры учебные, которые говорят не просто на латыни, не просто там что-то заимствуют, но способны осмысливать уже и византийское наследие, и православную веру. В XIX веке, мы с вами говорили, имеется мощное богоискательство, и вот с византийским наследием, с русским наследием, с монашеским богоискательством, с интересом к отцам, с какими-то великосветскими размышлениями, с непрофессиональными богословием, как у Винофилов и всем остальным. Церковь входит в 20 век, переживает революцию, а часть оказывается за рубежом, часть как-то пытается выжить в России. И когда мы говорим, что православие разнообразно, православие очень неоднородно в современной России, мы можем теперь понять почему. Мы можем понять, почему. Потому что православие унаследовало многие-многие течения, которые и в XIX веке возникали, и раньше возникали. И все эти течения были перемешаны революционными потрясениями миграции и всем остальным. И вот с этим всем церковь существует и до сегодня. Поэтому-то и удивительная, как это может быть где-то даже вопиющая неоднородность присутствует в православной церкви. Поэтому и человек, который приписывает себя к православной церкви, он может там найти что угодно по своему вкусу. Нужно воинственное православие, нужно мирное православие, нужны имперские идеи, нужно вселенские идеи, нужно какую-то мистику, духовность, переживания, какие-то аскетические практики, нужно религиозную философию. Все, что угодно можно найти в современном православии, и это продукт такой непростой истории православной церкви. Поэтому мы так много и говорим с вами об истории, чтобы вы почувствовали весь этот мир и почувствовали, какое наследие за плечами у тех людей, которые называют себя православными. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.